Ряд важных документов подписал сегодня, в последний день уходящего года, Владимир Путин. Речь идет о ключевых идеях президента, сформулированных им в послании Федеральному собранию. Итак, как сообщает пресс-служба Кремля, подписан федеральный закон об образовании. Документ, в числе прочего, устанавливает уровни общего и профессионального образования от дошкольного до высшего. В нем говорится о социальном обеспечении учителей, их зарплата не может быть ниже средней по экономике региона. А сельские школы нельзя будет закрыть без учета мнения жителей. Речь также идет и о школьной форме. Она остается на усмотрение администрации. И о едином госэкзамене. Он сохраняется. И сегодня же Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому руководители госучреждений и члены их семей будут обязаны отчитываться о своих доходах и имуществе. Изменения вносятся в целый ряд документов и направлены на противодействие проявлениям коррупции. Закон вступает в силу уже завтра. Президент также поручил Кабинету министров до марта договориться со странами СНГ о режиме въезда в нашу страну по загранпаспортам. Новый порядок должен быть обеспечен не позднее 2015-го. Подчеркивается, что он не коснется стран-членов Таможенного союза, то есть Белоруссии и Казахстана. Кроме того, глава государства дал ряд поручений правительству, которые касаются строительства и реконструкции дорог. Путин поставил задачу на 10 лет удвоить количество вводимых в строй автотрасс. Полный перечень поручений опубликован на сайте Кремля.